Ну что ж, всем вновь привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls 3 DLC. Путь вперед, но мы идем назад. Есть еще парочка неисследованных мест. Так, что-то я забыл, куда идти. Ёб твою. Не сюда. Ну. А с другой стороны, что мне терять? Ну, души, а хрен с ними. Попробуем убежать от этого придурка. Значит, нам надо в башню и наверх. В прошлый раз в эту башню. Я зашел. Вот не помню, поднимался или спускался. Здрасте. Блюй. Ладно, блюй. Хочешь блевать, блюй. Ну а какой смысл тогда, по идее, я тут уже все обходил. Может быть, вот эту башню не обходил, а так все. Надеюсь, этот придурок упал. Ага. Упал. Но зато с него падают хорошие камни. Так. Плохая идея. Тут делать больше нечего, так что телепортируемся к костру, идем дальше.
Дурацкий город. Неприятный. Хорошо, что он закончился. Надеюсь, впереди не будет еще таких же. Вот с этими я еще готов драться. Ага. Постоянно попадаюсь на одну и ту же. До свидания. Так, ну можно пойти сюда. Да ладно вам, какой другой мир? Опять, вот смотрите, сейчас опять попаду к финалу. Может быть. Ну, скорее всего. Попьем. Попьем пока загрузки. Ой. Не хочу помогать никому. Все корыстные цели ради ушей. Вау. Что это такое? Он еще не опускал. Что это? Хорош. Нормально. Дальше сами справляетесь. Сныкался же еще такой. Но он хотя бы не лечился во время боя. Это хорошо. А вот то, что он ходит с киркой, непонятно мне. Не мог подобрать что-нибудь более экзотическое. В шлеме викинга и с киркой. Нормально. Блин, мобы что ли воскресли? И зачем? Зачем это все? Неужели тут нету ни хера? Бред какой-то. Ладно, ладно, понятно. Идем дальше.
Пошла жара. Ну, я во всяком случае так думал. Оп. Оп. А, спускайтесь, чё? Бред какой-то. Поздно метать. Странное место. Тут вроде врагов много. Я не понимаю их смысла. И я не понимаю, куда мне идти. Ну, типа, я примерно понимаю. Ну, с радужными камнями-то теперь не потеряюсь хотя бы. Как мне попасть на это дерево? Большой-большой круг. Понятно. Ух ты, осторожнее, так и попадешь когда-нибудь. Тихо-тихо. Дай покоя, бомж. Похоже на тайную тропу. Все тайные тропы такие тайные.
Испугали. Ловушка, блин. Во-первых, вместо надо туда, где хотите, чтобы кто-то попался, нужно ложить навозный пирог, потому что даже если у того, кто пошел туда, все получится, и он все-таки поднимет предмет, чтобы ему было обидно. А так-то что? И предмет получил. И засаду убил. Блин, я не знаю, я хз где хожу. Пойду сюда. Ух ты. Здрасте. Каково? Вот же срань. Как мне попасть вон на тот мост дурацкий? А чё у вас тут происходит, ребята? Чё? Земля-то дрожит. Тихо-тихо. Хочешь подраться? Заходи. Ё-моё, это ты делал, да? Можно встать? Стало. Ну враг-то честный, в общем-то, я вижу. Давай. Да ладно тебе. Ай, пошел ты нахер. С вами драться. Только время терять. Собрал предмет и ушел. Здрасте. Ага. 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 Держи карман шире. Так, если я спрыгну тут, я уже не залезу. Ну, значит, мне туда и надо. Дерево ломается. Вот как ты выжил, расскажи мне. Как я мог пройти мимо тебя? Ведь не мог же. Серьезно, не мог.
Опять в город. Мам! Они опять меня в этот сраный город шлют. Ну зато дерево нашли. Ёб твою мать. Удачно, удобно. Ага. Дик ты. Не-не-не-не-не-не-не. Ну и что ж тут было? А-а-а. Ничего себе. Как же так? Как же так? Вот это лут. Стоило того, стоило. О, лифт нашли. Один вопрос только зачем? О, мои души. Ага, ага. Зачем этот шорткат тут? Ну тогда ладно. Тогда все понятно. Или непонятно. Как мне уронить это дерево? Говно, кстати, лежало, пропустил. Там, конечно, какая-нибудь срань ненужная, но... Ну, предположим, предположим, мне сюда налево. Нет, тупик. У меня начинают складываться подозрения, что я делаю что-то не так. Значит, мне сюда. Почему? Потому что тут шорткат. Я скинул туда дерево. Внизу я ходил, убивал врагов. Тут у нас костер. Тут пропасть. Пропасть, пропасть, пропасть. И пропасть, и пропасть, и пропасть. Ладно, я спущусь. Мне как бы не сложно погулять по локации, где я уже убил всех, кого только мог, но я не понимаю, куда идти. Вон там валяется какой-то предмет. Делаем предположение, что нам сюда. Предположение неверное. Нам не сюда. И я не уверен, что тут будет работать принцип «пойду по стеночке, куда-нибудь да приду». Хотя, с другой стороны, я где-то провалился.
Ага, вон дерево. Там есть петух. Значит, мы можем пойти, например, здесь. Волки. Класс. Вот и нашлась дорога. Тихо. Ну ладно. Долетел. Ну, факел преследователя, наверное, лучше, чем обычный факел. Наверное, при помощи его мы можем пускать изо рта огонь. Но я об этом никогда не узнаю. Ох, похоже, я сейчас до волка дойду. И он еще немножко огребет. Пинка такого. Слышь, 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 полегче. У меня как бы бутылок мало осталось. Нам 100% несю. Да? Так. А вот сюда. Туда или сюда? Пойду сюда, потому что там можно... Ё-моё. Ладно, потом. Потом, потом. Еще и с красными глазами, говнюк. А что это значит? Это значит, сейчас кувалду возьмет и тащит. Ёб твою мать. Дайте выйти, пожалуйста. Скажи мне, что я пришел сюда просто так, со стрясателем камней. Угу. 50 силы или... Или ты его не поднимешь. Пойдем. Вот этот молодец. И ты падай, пожалуйста. Я понимаю, что тебе некуда падать. Ёб твою мать! Только не активируй свою суперсилу, пожалуйста. Тут... Ё-моё! Я ж говорил. Не надо. Ну да, а теперь по шахтам походим. Заросло говно. Мухи. Ну, мухи это ладно.
Блин, там еще и глубже. Впереди мусор, кстати, осторожно наверху. Спасибо, кстати. Тихо тут. Ого-го, вот это вышли. Ладно, понятно. Пойду по низу погуляю. Значится. Мы сделали круг, мы зачистили всю локацию. Не считая боссов, я думаю, DLC пройден. Если только за боссом не будет продолжения локации. Смелый я парень. Или глупый. Но все зависит от того, умру я сейчас или нет. Бзззз, куда делась? В стенку, что ли, улетела? Однако, здравствуйте. Ха-ха, хорош получил. Тихо, тихо. Последнее место, зачем я его выпил? А, даун. Даунтаун. Ну, их осталось немного. Ну что, все? Хрен просышь, они мертвые выглядят как живые, живые как мертвые. Там еще, кстати, какой-то рычаг был. Я явно видел рычаг. Где он?
as ashes will be, ever seeking fire. Да, ведь 5 минут назад не знал, куда идти. Так. Что за место? Значит, еще можно погулять и на улице. Так. Без бутылок, это, конечно, плохая идея. Ну да ладно. Можно, конечно, уголь скушать. Понятно. Значит, сюда. Так. Так. Ну и нормально, здоровья уже нет. Прощальное пламя пироманта, косточка возвращения. Осторожно, темный дух, и тогда может помочь парирование. Ух, так, что делаем? Бутылок-то нету. Да. По хардкору. О, место, по-моему, знакомое. Но тут что-то никого нету. Может, это не темный дух? Он понимает, что у меня нету бутылок и такой, ну... Ты потом возвращаешься, ты как бы не готов ко всему тому, что я для тебя приберег. Или, может, надо уголь использовать. Как насчет теперь? Пиромант. Давай, давай. А поклониться? Понятно, все скажу. Лечилочки, конечно. И много у тебя их? 3, надеюсь. 4. Обидно. Ну все, пошел в разнос. Главное подловить его. О!
Еще бы мана у тебя кончилась. Ну, не повезло, да? Ну, по идее, я вроде все открыл. Может попробовать пойти убить волчонка. Пока уголь съеден. Ну а потом пойдем дальше. Вот сюда вроде мне нужно. Ну, я так парочку раз попробую, потому что уже час идет 42 минуты, то есть, ну, на пару раз мне хватит, потом, если время кончится, ну, за 50 уйдет, то уже будем делать это в следующей части. Но надеюсь, все-таки получится. Со всякими фантомами-то я справляюсь неплохо. Если у волка будет меньше здоровья, будет замечательно. Ну и если мне немножко повезет. Ну пока все складывается неплохо. Ну давай, давай, скачи. Пошла жара. Где? Вот она. У него много здоровья. Надо валить его, пока у него глаза не загорелись, а то потом совсем адово будет. Так, не жадничаем. Ебанутый волк, а? Сходит просто с ума. Угу, угу. Я тебе жопу оторву. До свидания, домой. Кострину-то хоть дадите?
Ну, я тут, конечно, побегаю. А, вот костер. Окей. Так, ну я думаю, наверное, в этой части хоть в часовню не пойдем. Конечно, любопытно, что там, но я думаю, давайте оставим это на следующую часть. И, ну, я думаю, как-нибудь завалим босса, если там босс. Ну, там, скорее всего, босс, там просто такая херня открылась, что не может быть там не босс. Может, она чем-нибудь расскажет новенького. Be forewarned, eager Ash. Should this world wither and rot, even then would Ariandel remain our home. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from... Ладно, давайте продолжим в следующей части. Но пока всем спасибо за просмотр и увидимся всем.